И сегодня у нас 30 декабря 2018 года. Это Анапа, друзья, и мы с Наташей сегодня на предновогодней прогулке здесь на Анапке, идем к морю, и сейчас вы все это увидите. Да, три селезня берут это, как говорится, мне сразу напомню за этот Керченский пролив. А тот один, значит, с караулем. А этот один, да. Все. Она себе выбрала одного. Все, она с ним. А те два остались. В свободном пруде. Ну, погода сегодня хорошая, да, градусов, наверное, 6-7. Я сегодня не смотрел, сколько там в интернете. Анапка, все эти плавни мутные. Сколько дней шел. Дождь идет и идет. И сегодня шел, и, наверное, сутки шел, да, он? Даже больше. Целые. И сегодня я в храм ходил тоже по дождю. И возвращался по дождю. И вот только вот он. Нет, ты вернулся уже не был. Ну да, конечно, да. Вру я. Ты, наверное, вышел из храма, шел, а вот да, и солнышко же было, да. И потом опять дождь. В общем, все так вот нестабильно. Ну, во всяком случае, вижу. Какой-то просвет виден. Поэтому надо бежать. Оу. Будут колонны планируются. Угу. Греческие. Пойдем лебедей поснимаем. Смотри, лужи. Угу. Ну, шторм. Да. Чья-то закидушка плавает. Угу. Всех рыбаков хозяйки загнали. К Новому году готовится. Нечего делать, рыбачить. Ну, розы уже все, отцвели, наконец-то. Прибитые морозом стоят розы. Там кошачий домик тоже. Традиционный стоит трехэтажный, но сейчас двухэтажный. Был трех. Выставят. Морозы начнутся, выставят еще.
И слышится, как шумит море. Вот так вот я снимаю сам себя. Да? Да, вот Наташа обратила внимание, что шторм был настолько сильный, что вот аж сюда вот, чуть ли не до здания, доходили волны, вот рапаны здесь вот лежат. Ну да. Вот собирают раковины, они ветер, а вот там мужчины добывают рапанов. То есть рапанов-то выбросило живых, и вот они их выковыривают и собирают в ведерко, и будут их готовить. Говорят, очень вкусно, питательно. Наташа тоже решила посмотреть рапанчика. Но мы не любители рапанов, не любим их есть. Но их здесь действительно очень много. Все буквально усеяно.
Ну что? Да. Живой? Ну я откуда знаю? Наверное, живой. Пойду спрошу. Наташа интересуется, видимо, как это и с чем едят. Ну, я пробовал в свое время рапанов. Мы когда с Юрой отдыхали да, вот их видно, что они там вот сидят. Видно, что они вот сидят. Они прикрываются такой пластинкой. Вот эта пластинка. Ну я вот эту вот этого рапана спасу, пусть плывет. Да? Это тоже съедобно, но надо долго ловиться. Облететь тоже долго. Можно сейчас набрать тоже кулечек и дома сварить. Да? На Новый год. Отвали, я на них посмотрела, они у него там в этом пакете там шевелятся, они такие мерзкие. Отстань, ты чё? Я их сроду, я на них вот так посмотрела, я поняла уже, что я это не смогу заставить себя съесть. Саш, ты понимаешь, я, может быть, если бы я их с детства как-то ела, если бы это было вот, ну, обычное дело, угу. Да, я бы, наверное, считала это само собой разумеется. А вот так вот, это чё? Мы как пойдем домой? Это меня надо в блокадный Ленинград закинуть, чтобы я такое есть-то начала. Наташ. А как хочешь. Хоть тем же гусем, хоть так. Тем же гусем? Ага, тем же гусем. А можно и по набережной, а можно и так. Люди-то вон собирают как целенаправленно. Да. Их оттуда только ну да он так я смотрю вытаскивает. Профессионально ну-ка. О смотри это что за крокодил да? Объедет из сказки а ну да о, он уже дохлый. Так давно дохлый. Я думал, какая-то крыса. На кушку можно маску взять? В аквариум? Хотя на тебя она нужна. Да, смотри, прямо жалко, что они не ползут. Они бы сейчас все ползли в сторону моря. Но, видимо, вот природа так устроена, что... Они вредители, понимаешь? Да. Ты не забываешь, что они ищут. А представляешь, они все ползут к морю. Нет, они, которых выковыривают, они как бы в кучку собирают. Потому что иначе как знать, что выковырил ты или нет? А кучку-то они собирают просто, ну, просто так, чисто даже технически проще рукой. Раз откинул в одно место. Вон птица дохлая. Постоянно чай. Thank you.
Конечно. Угу. А это целлюлоза или полиэтиленчик? Полиэтилен. Цветная, да, какая-то. Ну да, уже вся изъедена. Это не рапан, это так вот. Как верхний, посмотрим, сколько децибел. У меня установлена программа, шумомер, и вот я сейчас смотрю, ну где-то вот в районе 60, так средний показатель, 60 дБ. Вот этот фон шумовой. Ага. Так он не один, он там еще один. Да. Наташа еще скелет один нашла, но я не буду его показывать. Ну это, по-моему, у них то ли удочки, то ли что. Ну вот, друзья, собственно, и все. Показал, какая природа, какая, вернее, погода сегодня, 30
декабря 2018 года. На этом я свой репортаж заканчиваю. Всего вам доброго. Счастливо вам встретить Новый год, чтобы он был хорошим, добрым для всех нас. И до новых встреч. Я думаю, мы будем встречаться в следующем году чаще, чем встречались в этом. Поэтому до свидания, друзья. Ставьте лайки. До новых встреч!